В последнее время все чаще можно услышать слухи о проблемах в семье Аллы Пугачевой. Якобы, несколько месяцев назад между певицей и ее дочерью Кристиной Орбакайте пробежала черная кошка. Как считает известный астролог Дионисий, подобные слухи могут быть недалеки от истины, и об этом свидетельствует песня, которую выпустила сегодня супруга Максима Галкина. Примадонна представила композицию «Не высовывайся, дочка», в которой, как считают многие, прямо обратилась к своей наследнице. Пугачева рекомендует Орбакайте не кусаться и посидеть в уголочке, но в ответ узнает, что та не хочет быть в скорлупе. Как убежден Дионисий, тем самым Алла Борисовна подкладывает дочери жирную свинью. В настоящий момент Алле Пугачевой недоступны основные каналы выражения своего голоса, поэтому она пытается его проявить через песню. «Конечно, этой композицией она очень сильно подставляет свою дочку Кристину Орбакайте», — говорит экстрасенс. Как объясняет специалист, после композиции матери саму Орбакайте могут заподозрить в скрытой фронде. В свою очередь, это негативно скажется на ее карьере в России. Не секрет, что сейчас Кристина Эдмундовна постоянно проживает в США, однако зарабатывать по-прежнему предпочитает на родине. «Песни повлияют на и без того подмоченную репутацию Орбакайте», — резюмировал Дионисий. Если раньше российская публика относилась к ней нейтрально, теперь та может ждать негатива. В свою очередь, сама Кристина Эдмундовна сейчас умоляет защитить ее семью,